или черепахи до самого низа. Это та черепахи до самого низа взята, по-моему, Бертран Рассел ездил с лекциями, где рассказывал людям о мироустройстве. И он рассказывал, что нет, что все имеет физическое описание, что все описывается языком физики, никаких чудес таких особых нет, мироустройство уже хорошо изучено. И одна бабушка спрашивает его: скажите, профессор, а как же Земля не падает? Он говорит: ну она держится за счет физических законов. Она говорит: ну это же ерунда, она же тогда упала бы. Он говорит: а как же, по-вашему, она не падает? Она говорит: так Земля ведь покоится на спинах трех слонов, это же известно. Он говорит: хорошо, в предвкушении ее полного, значит, испепеления сейчас логического. Хорошо, он говорит, на чем же стоят три слона? Она говорит: они стоят на гигантской черепахе. Он говорит: хорошо, сейчас, думает, сейчас я ее добью. На чем же стоит черепаха и почему она не падает? Она говорит: ну, профессор, там черепахи до самого низа.